Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. И сегодня продолжаем вопрос-ответ. Ну и один из часто задаваемых вопросов, я знаю, это в основном, конечно, девушки задают, но иногда и мальчики. Вернется ли он, вернется ли она, ждать ли возвращения? Ну, я, в принципе, всегда говорю не ждать, а заниматься собой, и тогда 100% вернется. Но все равно вопросы задаются, и я хочу сегодня попробовать осветить этот вопрос. Часто он бывает на личных консультациях. Ну и считайте это маленькой личной консультацией. Это один из форматов консультации, где задается один вопрос, и при помощи одной карты дается развернутый ответ. А тут это именно для вас, как ваша личная консультация. Давайте посмотрим. Люблю, вы знаете, что я именно все, что касается личностных отношений, я люблю делать на колодах Ленорман, и одна из моих любимых — золотая Ривьера. И вот на ней я сегодня и посмотрю, вернется ли загаданный вами человек. Ну и попробую осветить это, насколько увижу, все, что я увижу. Ну, что могу вам сказать? Дело в том, что пока что на сегодняшний день я не вижу возвращения загаданного человека. Опять же, я всегда говорю в ответ на тот момент, когда вы смотрите. Я буду повторять вопросы и буду смотреть через какое-то время, будем смотреть опять. Если вас это интересует, для вас это срочно, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию. Так вот, на сегодняшний день нет. Вы понимаете, что вы ждете, вы держите ситуацию под контролем, и вы не даете ситуации вообще развиваться по той простой причине, что вы просто бомбите этого человека какими-то сообщениями, какими-то претензиями. Вот тут вы еще не готовы к тому, чтобы человек, которого вы загадали, вернулся. Вот как я могу это сказать. А не готовы вы по той простой причине, что вы находитесь под влиянием ваших эмоций, под влиянием вашей обиды. Для большинства из вас, вот, ну и опять же, в основном кто спрашивает такой вопрос? Такой вопрос спрашивают только те, у кого ссора, разрыв, расставание или развод. И дело в том, что когда это происходит, скорее всего, те, кто будут именно на это видео попадут, именно вот этот ответ сегодняшний, вы еще не готовы к возвращению вашего молодого человека или вашей девушки. А даже если вы загадали друга какого-то, ведь это же не только любовные отношения, в принципе, ответ этот может быть для любой ситуации. Вы прежде чем, как это сказать, мы все связаны энергетически. И я всегда это повторяю, и я это уже знаю точно. Так вот, на сегодняшний день есть несколько ситуаций. Одна из них — вы до сих пор бомбите того, кто вы хотите, чтобы вернулся, сообщениями, и не очень приглядными сообщениями. Вот. Еще один вариант. Вас со стороны кто-то, какие-то, ну, друзья, родные, не знаю, они я не хочу использовать то слово, что приходит в голову, пытаюсь найти другое слово. Они вас настраивают. Они вас настраивают каким-то определенным образом, что вместо того, чтобы вы успокоились, вы осознали, что произошло, и
поняли, почему это произошло, они все равно вас накручивают, вот, правильно сказать, вас кто-то накручивает именно не туда, куда бы вам надо было посмотреть. А также может быть такое, что вот того, кого вы загадали, его могут или ее могут тоже с той стороны накручивать и не совсем позитивным образом. Поэтому на сегодняшний день, вот и мы же говорим сейчас о вас, вы же задали этот вопрос. Вам прежде всего надо успокоиться и понять, почему произошло то, что произошло. И если вы действительно хотите возвращения человека, которого вы загадали, а не просто как бы потешить свое самолюбие, потому что вы должны точно понять, почему, для чего вам это. И осознать не то, что этот человек сделал неправильно, а осознать, что было в вашем отношении к этому человеку, что привело вот к такому результату. И только тогда вы поймете, что делать вам, как делать вам, и нужно ли вам вообще возвращение отношений, потому что сегодня вы под очень большими эмоциями, а эмоции негативные, и они не приводят на сегодняшний день ни к чему позитивному. Поэтому работайте, работайте над собой, над своим состоянием. Только успокоившись и действительно поняв, что, зачем, почему, вы можете понять, что делать дальше. И изменив ваше внутреннее состояние, вы увидите, нужно вам это или нет. А если нужно, когда ваше внутреннее состояние будет настроена на позитив, вы действительно получите вот известие и действие загаданного вами человека именно в сторону примирения. Так что все в ваших руках, а на сегодняшний день вам действительно надо заняться именно своим состоянием. Вот такой ответ на вопрос. Если еще есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию. А на сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока.